Ваши красочные руки, где они? Так, отлично. А ваши картины, где они? Покажите всем ребятам, покажите. Ребята из Одинцовского центра эстетического воспитания показывают итог полуторачасового мастер-класса художницы Ярославы Потаповой. Они сообща отошли от канонов. Вместо привычного карандашного наброска каких-нибудь условных бананов с яблоком учились изображать идеи. Сперва в блокноте словами формулировали, что для них означает какое-то понятие. Потом придали каждому слову размер и цвет. И только потом взялись за кисточки. Такое направление в современном искусстве называется концептуализм. Слово написала типа веселье, радость. А изобразила я, что в зале вечеринка идет. Ребята танцуют, и кто-то закрывает подарки, а кто-то фоткается. Концептуализм чем-то перекликается с платоновским миром идей. Идея, концепт, важнее технического воплощения. Содержание важнее формы. Довольно непростая интеллектуальная работа для младшеклассников, которые только учатся абстрактному мышлению. Дети концептуально подходить осознанно не умеют, поэтому нужно подсказать, помочь, как можно привычные вещи рассмотреть под другим ракурсом. То есть ощущение восприятия этого мира через концепцию, через идею. Именно художники-концептуалисты привлекаются сейчас для визуализации идей фильмов, игр, рекламы, любой виртуальной среды. Перспективное направление. Ярослава Потапова регулярно проводит мастер-классы, где старается обогатить классическую школу знаниями о современном искусстве. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».